PocketBook 740 Pro, 16 оттенков серого, влагозащита и экран, к которому хочется прикасаться. Давайте посмотрим на него поближе. Начнем с комплектации. Открываем коробку, сверху лежит сам ридер. А вот под ним в комплекте лежит чехол. И это очень круто. Использование ридеров без чехла – это определенный риск. Выемки под чехлом, гарантия и инструкция по эксплуатации. Ну а здесь, как всегда, шнур для питания и подключение читалки к ноутбуку. С помощью него вы сможете закачать книги во внутреннюю память устройства. А еще посмотрите, здесь лежит переходник с микро-USB на мини-джек для наушников. Но об этом попозже. Берем читалку в руки. Пластик выполнен из комбинированного состава. Он soft-touch на ощупь, но не оставляет отпечатков. Такого в читалках я еще не видел. Серый асфальтовый свет выделяется черными рамками у экрана. На нижней грани один разъем для микро-USB. Да, слота для SD-карты уже нет, новые реалии, и стандартная кнопка PocketBook для включения. Экран 7,8 дюйма с технологией E-Ink повышенной контрастности E-Ink карта. Она полностью безопасна для чтения. Разрешение 1404 на 1872 пикселя. Умная подсветка выстраивается от холодного света к самому теплому и делает чтение приятным в любое время суток. Причем с каждым часом чтения вы будете видеть, как цвет экрана будет переходить от белого к спокойному оранжевому свечению. Монохромный экран различает 16 градаций серого цвета. Изображения стали насыщенней и контрастнее. Перед нами мультисенсорный экран с очень быстрым откликом. Особенной чертой для данного устройства является влагозащита IPX8. Случайные брызги для экрана совершенно не страшны. Внутренняя память на 16 гигабайт. И это в два раза больше, чем в предыдущих версиях. Так что, даже несмотря на отсутствие SD-карты, места в книге предостаточно. Работает ридер на базе операционки Linux. Процессор 2 ядра, мощный и будет тянуть даже самые тяжеловесные PDF-файлы, что для базовых ридеров является большой проблемой. Автономность рассчитана на месяц использования книги без подзарядки. Аккумулятор на 1900 мАч. Кнопки на корпусе. Кнопка «Домой», «Влево», «Вправо» и «Выход в основное меню». Давайте посмотрим на функционал. В этом ридере можно не только читать книги, но и слушать их через наушники в аудиоформате. В магазине можно приобрести фрагменты или полные версии книг. Также имеется встроенная библиотека. По ходу чтения вы можете оставлять заметки. Как и во всех покетах, имеется стандартный набор приложений в виде калькулятора, календаря и словаря. 4 игры на выбор. Здесь и новости, и аудиоплеер, слушайте музыку в наушниках или подключайте колонку через Bluetooth. Также есть возможность пользоваться браузером через Wi-Fi. В галерее вы можете полностью оценить различия оттенков серого цвета. Отклик заметно быстрее перестраивает чернила в новый рисунок. Посмотрите, как это видно при перелистывании изображений. При чтении книги можно настроить размер текста и шрифт под себя свайпом или знакомыми движениями для сенсорных экранов, соединяя пальцы к центру и обратно. По ходу чтения можно подчеркивать маркером понравившиеся места в тексте и добавлять свои комментарии. PocketBook 740 Pro — это не просто читалка, вмещающая в себя тонны книг. Это мощное современное устройство с потрясающим функционалом.